Для местных настойчиков на 5 литров водки. Помогает от всего, от чего даже ничего нету. И вот тоже. И то же самое. То же самое на 5 литров водки. Все, молочный чай посмотрим. Да, какой он есть? Вон он стоит. Вот там. Да. Попробуем. Не пройдем. Пошли там посмотрим. Молочный вьетнамский чай. Ну и не очень интересно. Я знаю, что он кисленький, вкусно пьется. А вот там, чтобы... Да, да, да. Мистическую историю о том, что в этом музее живут люди, если вы живете в этом году, то там у тебя монетарий живет. Едим суп хот. Натуральная вьетнамская питание. Очень интересно попробовать сюда. Что мы сейчас и сделаем? Хорошо. Залезли ракушки, полная тумбочка. Будем пробовать. С иначком? Вкусненько, приятненько. Соусом Таня. Да? Привыкли. Будем где-нибудь для бречки ловиться. Аппетит не для бречки. Мы в супермаркете Вьетнама. Где тоже ценится золотая бочка. Заказали мороженое с дурианом. Попробуем, что это такое, но уже запах чувствуется. Ну, есть, конечно, можно, но запах есть.